Добрый день, дорогие друзья! С вами Татьяна Беннет, и сегодняшнее видео для тех, кого интересует мой новый курс по подготовке к ЕГЭ по английскому языку. Курс является интенсивным, называется «10 типов эссе». Курс состоит из 10 уроков. Я обобщила и систематизировала все типы эссе, которые даются на ЕГЭ по английскому языку. И мы обсуждаем на этом курсе систему планирования каждого отдельного типа эссе, систему выбора мнений, подбора аргументации. Обсуждаем все сложности написания сочинения из каждой группы по моей классификации. И, конечно же, обсуждаем все типичные ошибки. И в результате прохождения этого курса вы получаете систему написания эссе не в общем, а систему написания сочинений для каждой отдельной группы. Еще раз подчеркну, что это не курс, на котором вы в очередной раз услышите какие-то общие правила, общие выкладки, которые вы можете найти в большом количестве в интернете. Вся информация, которая содержится в этих видеоуроках, является абсолютно новой, нигде вы ее не найдете. И систему написания сочинений мы строим не в целом, не в общем, не примерно, а для каждого отдельного типа эссе. Для того, чтобы оформить подписку на этот курс, перейдите на мой сайт bennetenglish.ru, перейдите на страничку «Курс 10 типов эссе». И оформление подписки – это очень простой путь. Вам просто нужно оплатить подписку и при оплате обязательно указать адрес аккаунта Google. Далее вы получаете ссылку на каждый урок в письме на этот адрес, который вы указали. Все, проходите по ссылке и смотрите видеоуроки. Если у вас остались какие-то вопросы по поводу этого курса, то вы можете написать их под видео в комментариях, я обязательно отвечу, или направить мне их на почту. А сейчас я прощаюсь с вами, до встречи в моих следующих видео. Всего доброго!